Ход выполнения указов президента и соответствующий рост зарплат работников культуры в регионе накануне рассматривали на оперативном совещании правительства. Уже в этом году средний уровень довольствия работников музейных и библиотечных систем должна возрасти на 3 тысячи рублей, а к 2018 году достичь уровня 34 тысяч. Губернатор Владимир Грудев обратил внимание глав администрации районов на необходимость четкого бюджетного планирования для исполнения необходимого роста зарплаты бюджетников. В рамках реализации этих указов четко обозначены ориентиры по заработной плате. Более того, я еще раз говорю, 2013 год для нас он такой еще, ну, щадящий. В следующем году у нас будет более жесткая ситуация, и нужно уже сейчас все это садиться пересматривать. Не тяните, пожалуйста. У меня главам администрации районов просьба до 1 апреля, пожалуйста, по всем направлениям. Напоминаю всем, что врачи у нас должны уже в этом году финансироваться 150% от средней зарплаты по региону. И дошкольные учреждения, подчеркиваю, школьные, дошкольные, не менее чем в размере средней заработной платы по экономике по региону.